инициалы господина Пухова. Вы давали показания, здесь есть фамилия и инициалы. Могли бы вы назвать инициалы, которые вы называли у Света? Пухов. Да, нет. По-моему, ДМ, что ли? Как? ДМ, по-моему. Так, ну, скажи, пожалуйста, а вот Карлос, инициалы не могли бы назвать? Сергей. Сергей Иванович, он же такой. Скажите, пожалуйста, вы были руководителем 7-го отдела 3-го РЧ? Нет, я был руководителем 3-го отдела самого РВД. Скажите, пожалуйста, а вы в показании говорите, что сотрудники 7-го отдела 3-го РЧ при управлении уголовного розыска УВД по Москве, которые также лоббировали перед руководством моего страха, выпустил конкретным статьем пункта. Вы это откуда взяли? Это, по-моему, вас не касается, что ли? Меня это касается, я в тюрьме. А вы нам напомните. Меня это касается. Ответьте на мой вопрос. Это выскочил память. По телефону переговор. У кого? У кого выскочило? Что значит выскочило в тюрьме? А, у одного из сотрудников 7-го отдела моего. Да. То есть у вас в разработке был еще сотрудник? У нас не было, он просто звонил. Куда я не разговаривали на эту тему. Разговаривали, как они на рыбалку у вас там собирались, кроме этого разговора. Так, есть, а поэтому... зачем же вы тогда показания-то даете, что конкретно лоббировалось? Вы это слово называли? Ну, потому что, как сказать, тот же самый Ухов, откуда он взялся? Это вы же сотрудник МУРа, либо они общались между собой, само собой. Замечательно, так рассказывайте. С кем они общались? С кем Ухов общался? Ухов? Конечно. С одним сотрудником общался. Мура. Потом еще с некими сотрудниками общался. Не понял. Если Ухов бывший сотрудник Мура, то с кем он дальше общался? И кем он был на тот момент? В смысле? Прямо? Ухов. Конечно. Работал в Индустрахе. Так. Но. То есть сотрудник. То есть Ухов был бывшим сотрудником, который работал в Индустрахе. Да. И при этом он общался с кем? С сотрудником Мура. Так. Вы это установили. Правильно? Да. Вы же даете эти показания? Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы рассказать про Тойоту Камри? Про Тойоту Камри не могли бы рассказать? А про которую вы рассказывали в данных показаниях? Вашу. Где стоит ваша подпись? Тойота Камри. Тойота Камри. А это не та Тойота, по-моему, которая на вас оформлена была? На меня оформлена? Или Полицкий тоже на ней ездил на этой Камри? По-моему. Давайте так. Я могу, в принципе, очень много рассказать, и поверьте, обязательно это сделаю, когда вы. Но я хочу, чтобы вы сейчас ответили на мой вопрос. Угу. В суде. В показаниях говорите про Тойоту Камри. Поясните, что это за Тойота Камри. Можете или нет? Сейчас вроде не оглашался на Тойоту Камри. Легче. Ваш честь, разрешите процитировать? Оглашалось про показания про Тойоту Камри. Тойоту Камри? Лекцию дают как? Ну, за него запутался, что это уходит. Никто. Можно машины фигурировали ваши показания. Поэтому у вас спрашивали, подтверждайте показания себе. Можете ответить на вопрос подсудимого относительно дает шаг. Дает камни, но они, по-моему, тоже полетели. Полюбки передвигался на Тойоте Камри. И вы давали такие показания. Да, Тойоте Камри передвигался по-людски, я сейчас вспоминаю. Так. А расскажите поподробнее. Расскажите поподробнее. Куда он передвигался, откуда информация, что сдает такого света? Да. Вы не выдумываете. Я не выдумываю, я пытаюсь вспомнить ваш тезис. Либо вспоминаете, либо скажите, что вы помните. Я, честно говоря, не помню. Ваш тезис, вот реально не помню. Но время идет. Ну, отснос тоже на это делать, у меня уже не свидетель, вы, пожалуйста, это время наше все не тратите. Вы, если помните, вы просто спокойно говорите. Я не помню. Все, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, получали ли вы информацию из ГИБДД Северо-Кавказского региона? Я обрабатываю эту информацию.
Не помню. Не помню. А вы такие показания давали? Вот, пожалуйста. Приму. Повторю вопрос. Давали ли вы показания, какие-либо данные по поводу подразделений ГИБДД Северо-Кавказского региона? Ну, если они есть, значит, давал. Я у вас спрашиваю. Я не знаю, есть они или нет. Вы давали? Если они записаны в протокол, моя подпись, значит, там я давал. Я еще раз говорю. Хорошо. Если вы давали. Если вы давали. И они есть. Я вам скажу, они есть. Угу. Ну, что вы сказали в связи с этим сотрудником? Что дальше вы рассказали? Что было связано в вашем расследовании с Северо-Кавказским регионом? Я уже не помню. Не помню. Хорошо. А вы не могли бы назвать модель Lexus, про которую идет? Не помню. Не помню. То есть, хорошо, по-другому задаю. Скажите, пожалуйста, если возможно на этот вопрос, конечно, вы сейчас на пенсии, да, вы не работаете, да? У вас никаких болезней, там, может, там, каких-то ранений, там, вы там еще что-то нет. А, ну, вы очень здоровый, типа, с головой. Нет, нормально, нормально. Вроде по разговору все нормально, но я в том плане, я не пытаюсь вас обидеть. Слушайте, может быть, болезнь реально какая-то есть? Есть, да, и что? Это меня тут касается. А? Это касается того, что очень много фактов, которые вы говорили год назад, они вообще не совпадают. И мы хотим понять, вы обманывали тогда, либо вы обманывали сейчас, либо у вас болезнь, и вами воспользовался следователь для того, чтобы подвести под новую уголовную дело. Я у вас спрашиваю, можете объяснить, пожалуйста? Что? Про болезнь? Ну, есть болезнь, да и что, я их не обязан. Она влияет на память на вас? Она может приехать. Может приехать. Да. Понимаете, что вы слышите? Скажите, пожалуйста, ну, что такое УРТ-2, знаете? Мы, поймите, уважаемый свидетель, никто не пытается вас в чем-то здесь обидеть. Мы пытаемся установить наличие факторов. Воды попить. Вот. Вот, слушай. Наличие факторов, которые могут повлиять на воспроизведение вам значимой для нас информации. Мы только с этой точки зрения. Я понял ваш тезис. Я же не собираюсь его скрывать, я говорю, просто время прошло, и поэтому, на самом деле, я уже не помню много. То, что два года назад, я тоже не помню. Я, честно, показания свои полностью уже до конца не помню. Потому что, ну, как бы, у вас тоже время ответило, поймите правильно. Тоже какие-то дела, там еще что-то, но мне не до этого. Я бы не вспоминал про него, если бы меня не вызвали. Скажите, пожалуйста, просто мы не до конца можем понять, как с точки событий, через 8 лет вы даете четкие показания цифр в цифру с инициалами, с датами и называете такие уникальные вещи, как номера машин, марки, цвета и все остальное. И буквально через год вы говорите абсолютно другие вещи. Но в действительности, ну, мой взгляд, сегодня вы сказали правду. Но то, что написано в бумагах, это фантастика. Вот мы хотим, чтобы вы в суде рассказали честно. Скажу, пожалуйста, не помню. Здесь же все взрослые люди, я вас очень прошу. Ну просто честно скажите. Честно, не помню. Не помню. Вы говорили вот такие вот детали, вот следовательный, вот ГПМ-35 пост, вот 2 часа 13 минут. Ну честно, говорили такие вещи? Ну честно, вот я говорю, что да, проходили, я помню, а конкретно... Не говорили. Скажите, пожалуйста, вот вначале, когда вы начали говорить показания... Просто это отношение же не имеет к тем разработкам. В том-то и дело, что тема не имеет. Тех бандитов посадили, жули, понимаете? Да. Меня-то сюда прицепили, А вы хотите только по моим одним показаниям? В том числе, конечно, из-за ваших... Участники процесса. Мы тратим время, конкретику задаем, вопрос-ответ. Все, если нет вопросов, у нас рабочее время уже истекло. 17 часов. Понятно. По конкретике, пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, нет, вы сколько по времени давали показания? Я же не помню. Вы какие документы при этом изучали? Я вам показывал документы. Я не помню, разговор был такой, не приходил. Не приходил разговор, да? Понял. Ваш честь, вопросов нет, спасибо большое. Еще есть вопросы, через процессы свидетелей возникли? Может. Спасибо, свидетель. Ну, вот, документы, пожалуйста, возьмите.